В минувший четверг в хуторе Шелковниково Воинского сельского поселения запустили газопровод низкого давления. Пуск газа для хуторян стал настоящим праздником. На открытии газопровода собрались жители хутора, глава поселения, представители общественности, средств массовой информации. Поздравить хуторян с этим событием приехали генеральный директор АО «Газпром» газораспределения «Майкоп» Сергей Колесниченко, руководитель исполкома общественного движения «Народный фронт» Республики Адыгея Юрий Горохов, председатель Общественного народного фронта Республики Адыгея Анатолий Лилюк, глава Кашхабского района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов района Александр Брянцев, директор Кашхабского райгаза Ибрагим Ляфишев. Сегодня мы собрались по поводу торжественного ввода в эксплуатацию газопровода низкого давления. Это событие ждали все жители хутора. Прекрасно понимаем, что за всем этим стоит напряженный труд десятков и сотен людей. Нам очень приятно, что разделить с нами общую радость приехали люди, которые непосредственно курировали огромный объем работы, от которых зависела скорость и качество проводимых мероприятий. Слово было предоставлено главе района Зауру Хамирзову. Я хотел бы поздравить всех жителей Воинского сельского поселения, в частности хутора Шелковниково, с таким знаменательным событием. Событие действительно знаменательное. Газификация хутора Шелковниково. Хотел бы сказать большое спасибо, слова благодарности Межрегионгазу, по чьей программе был полностью подведен бесплатно, подчеркиваю, газопровод высокого давления к хутору Шелковниково. Очень большую роль здесь в этом сыграл лично Сергей Иванович, за что ему отдельно большое спасибо. Дальше. Самое активное участие принимало Министерство сельского хозяйства, по программе социальное развитие села мы участвовали в проведении газопровода низкого давления. Самое активное участие принимали сами жители хутора Шелковниково, которые принимали участие в софинансировании. Вот программа предусматривает софинансирование местного населения. Большое спасибо главе республики, премьеру. Тоже часть расходов регион взял на себя. Плюс и район, естественно, не остался в стороне. И мы вот в начале 2016 года видим результат. Спасибо всем за терпение. Вы все ждали вот этого события не один год. Можно сказать, всю жизнь. И вот эта газификация хутора, я более чем уверен, что оно даст новый толчок в развитию не только хутора, но и всего поселения. Спасибо. Поздравляю всех с праздником. В завершении своего выступления глава района подчеркнул, что работа по газификации Воинского сельского поселения будет продолжена в обязательном порядке. С таким знаменательным событием жителей Шелковниково поздравил генеральный директор АО «Газпром» газораспределения «Майкоп» Сергей Колесниченко. Уважаемые новые потребители голубого топлива, я вас от всей души поздравляю. Действительно, была совместная работа проведена большая с администрацией республики, района, поселения. И, конечно, финальную точку ставили вы, проведя внутри поселковый газопровод низкого давления. На что хотел обратить внимание, помимо поздравления. Голубое топливо – это здорово, это тепло, это уют, это экологичность, но это еще и ответственность ваша, как потребителей за безопасную эксплуатацию внутридомового газового оборудования. Газовая служба в районе работает, обеспечена всем необходимым. Это очень и очень важно. А все остальное, надеюсь, что в вашем лице мы получили и будем получать дальше, помимо тех 16 домов, которые подключаются к газу, и всех остальных надежных партнеров, будем общаться, будем развиваться, доводить до вас новшества. Будьте здоровы, всех с праздником! Присоединился к поздравлениям сопредседатель Общественного народного фронта Республики Адыгея Анатолий Лилюк. Мы вас действительно сегодня поздравляем с таким большим праздником, который вы давно, наверное, ждали. И хотелось бы в том числе поблагодарить действительно администрацию Кашхабльского района, которая проделала огромную работу совместно с Адыг Межрегионгазом для того, чтобы довести до вашего населенного пункта этот луч тепла. Хочу вас поздравить с этим праздником еще один раз, чтобы тот голубой огонек, который будет у вас светиться в ваших домах, он согревал вас и согревал ваши души. Удачи вам и хорошего настроения в эти зимние дни, чтобы тепло, которое будет у вас, оно радовало вас и давало настрой на
те добрые дела, которые вы делаете. Спасибо. Право зажечь факел было предоставлено главе района Зауру Хамирзову и Сергею Колесниченко. Пользуясь возможностью, я хочу от имени хуторян поблагодарить всех, кто вложил свою лепту в это очень важное и нужное долгожданное событие. Пусть газ принесет тепло не только в наши дома, но и в наши души. Еще раз всем большое спасибо. До свидания, до новых встреч. С ответным словом выступили жители хутора. Хочу сказать большое спасибо всем, кто помог нам в этом, чтобы мы получили это голубое топливо, администрации района, администрации сельского волинского поселения, Межрегионгаз. Без них мы бы, конечно, не смогли бы пользоваться этим голубым топливом. Большое всем спасибо от всей души. Отметим, что газификация этого населенного пункта осуществлялась в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Строительство газопровода было начато в сентябре прошлого года. Общая протяженность линии составляет 3 километра 957 метров. В настоящее время к газу подключено 12 домовладений. После торжественного мероприятия гости побывали у семьи, в дом которых пришло голубое топливо. Для хуторян это долгожданное событие стало радостным.